президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, что значит для него День Победы. «Для нас, казахстанцев, это великий праздник. Это день Великой Победы. Конечно же, пандемия вносит свои коррективы в празднование этого дня. Но прежде всего День Победы – это день памяти о тех, кто отдал свои жизни в этой самой жестокой, самой кровопролитной войне в истории человечества», – сказал глава государства. Казахстан внес огромный вклад в достижение победы. Президент в интервью отметил, что каждые 9 из 10 пуль отливались из свинца, произведенного в Казахстане. На фронт поставляли мясо, продукты питания, одежду. «Мы помним имена героев. Если говорить о памяти героев Советского Союза, Талгат Бегельдинов, дважды герой Советского Союза, Сергей Луганский, дважды герой Советского Союза. Мы гордимся Алией Молдагуловой. Буквально в возрасте 20 лет она стала снайпером, отдавшим свою жизнь на этой войне, и другими героями войны. Они, безусловно, постоянно находятся в народной памяти», — добавил Касым-Жомарт Токаев. Президент рассказал и о своем отце-фронтовике, который написал автобиографический роман «Солдат ушел на войну», где рассказал о том, что ему довелось пережить. «Действительно, война была великим испытанием для всего народа. И надо сказать, что до самых последних дней для него День Победы, 9 мая, был самым главным праздником. Мы даже не отмечали дни рождения отца в семье, как-то это не было принято. Но День Победы в семье мы отмечали непременно», — поделился глава государства. На вопрос агентства о том, как казахстанский лидер относится к тому, что некоторые зарубежные политики пытаются принизить роль Советского Союза в достижении победы во Второй мировой войне, Касым-Жомарт Токаев ответил, что категорически против фальсификации истории. «Конечно же, заслуги наших союзников в те годы Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других государств умалять нельзя. Мы были союзниками в борьбе против нацистского режима. Но и отрицать ключевую роль Советского Союза в достижении победы значит идти против исторической истины», — заявил президент. В заключение он добавил, что буквально каждый непредубежденный человек признает, что именно Советский Союз понес самые большие человеческие и материальные потери на этой войне.